Листопад, осторожно, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад. Belarus has woken up. Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция, мы теперь большинство. Происходит мирная революция. Революция в Беларуси не геополитична. Она не пророссийская, не антироссийская. Она не против Европейского Союза, не за Европейский Союз. Это демократическая революция. Это стремление нации принимать решения в отношении самой себя. Это стремление народа свободно и честно выбирать себе лидеров и решать свою судьбу. Я призываю все страны мира уважать фундаментальное право нации на самоопределение. Я призываю все страны мира уважать суверенитет Беларуси. Я призываю все страны мира уважать территориальную целостность Беларуси. Наша цель – добиться честных и свободных выборов мирно, путем диалога. Поэтому я заявляю о нашей готовности к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков и рассмотреть возможность посредничества международных организаций для обеспечения диалога.